Это история о красоте, о любви к горам и морю, о благодарности к людям, которые встречались на нашем пути, об уважении к традициям и региону, что принимал нас у себя в гостях. Это обращение ко всем, кто приезжает в Дагестан. Берегите его, не злоупотребляйте добротой и открытостью жителей региона. Уважайте ценности Кавказа. Оставайтесь людьми. Приветствую тебя, мой уважаемый зритель. Мы находимся в аэропорту Внуково. Что это значит? Это значит, что нас ждет новое увлекательное путешествие. Поехали! Это наша вторая поездка в Дагестан. И уже четвертая в составе группы Елены и Эдуарда. Друзья мои, мы снова летим в Махачкалу. Это так прекрасно. Честно говоря, после прошлой поездки остались настолько неизгладимые впечатления, и оказалось, что мы не увидели столько красивых мест, что не повторить поездку стало бы преступлением. Спустя почти год мы возвращаемся в Дагестан. И мы где, Илюша? Скажи. В аэропорту. В Махачкале. Ну что, друзья мои, с нашей группой мы встретились и идем садиться в наш транспорт. Началось. Наша группа погрузилась в транспорт, и мы отправились на обед. Ну и по традиции, друзья мои, первая остановка – это обед. Мы направляемся в кафе под названием «Тарылька». И мы здесь уже были, когда были первый раз в Дагестане. Отправляемся кушать. Что скажешь? Прощай, диета. У нас куриный супчик. Десерт вкусный. Отгадайте, кто не удержался и купил малинки. Я. Малинка 100 рублей. Итак, мы прибыли на турбазу, которая называется Бригантина. Мы в Дагестане, а это значит, что совсем скоро вас ждут очень красивые виды, очень интересные истории. Оставайтесь с нами. Ну, друзья мои, заселяемся. Сейчас покажу вам, какой у нас будет номерок. Номер у нас 222. Заходим внутрь.
Так, есть кондиционер, что немаловажно. Есть шкаф, по одному полотенцу на каждого. Холодильник, телевизор и, друзья мои, есть балкон. Открываем. Ничего себе! Что важно, москитная сетка есть. Есть два креслица очень уютных и столик. Можно посидеть и отдохнуть. Ох. Друзья мои, такое счастье вернуться в Дагестан. Класс! Сейчас будем отдыхать. И покажу вам территорию этой турбазы. В первую очередь хочется сказать, что на территории несколько корпусов. Здесь еще и море очень близко, и еще здесь есть бассейн. Сейчас прогуляемся, покажем вам тоже это. Еще здесь есть беседки, и здесь жарят шашлыки, развлекаются. Так что как-то так, территория красивая. Ну и вот этот бассейн, скорее всего, для малышей. Здесь есть кафе еще. Есть передевалки у бассейна, как бы здесь все вот это вот благоустроено. Ну и большой бассейн есть, еще он крытый. До 8 часов работает бассейн. Кстати, территория базы отдыха, она закрытая. Как видите, за моей спиной там заборчик, калиточка. Открываем калиточку. И что мы видим, друзья мои? Морюшка. Песочек с ракушками. Сейчас покажу. Вот видите, все в ракушках. Босиком, наверное, не очень комфортно ходить. Хочу вам сказать, что заход здесь очень неплохой, народ купается. Море меня манило, и я, не удержавшись, побежала навстречу волнам. Вообще, гид нас предупредила, что именно в августе купаться в Каспийском море нужно осторожнее и лучше далеко не заплывать. Самое большое число несчастных случаев приходится именно на этот летний месяц. Что тут сказать? Берегите себя и своих близких. Будьте аккуратнее. Вода холодная. Ну, как по мне, она холодная, потому что я люблю, чтобы вода была вообще такая, как в ванной. Но в целом искупаться все равно можно. Освежиться, потому что очень душно. Ну и красиво, конечно, как ни крути. Море есть море. Зашли в кафе на территории турбазы. Сейчас вам цены покажу, что здесь есть. Завтраки есть, салаты, закуски, супы, блюда из курицы. Есть блюда с мясом, мучные блюда, пицца мясная 350 рублей. Хинкал тонкий 300 рублей. Чуду с творогом 200, чуду с зеленью 200. Вот такой вот ценничек. Тут еще и кальян есть. Кальян стоит 1000 рублей. Ну, друзья мои, мы идем на ужин. Посмотрим, что вкусненького у нас сегодня будет. Вкусно запахло арбузом, дыней и рыбой. Сейчас будем рыбку кушать. Оп, она драйвит, да? Целюшка вкусная, сейчас я буду пробовать. Сейчас ковырнем. Одна одинаковая рыбка. Да, одинаковая рыбка. Какая ковырнутая. Да, воду дадут. Море теплое. Вода в море очень теплая. Море теплое. Утром было, утром я говорила. Вкусно. Я первая, мы сегодня в море. Друзья мои, конечно, это всего лишь начало нашего путешествия. Все самое интересное вас ждет впереди. Что, господа, после того, что между нами было... Мы настолько близки! Лошадок вот для лентяев повезли.
Мы пешочком. Послезайте. Гамсутль. Опять его на подъем. Чего это? Вот так, не пейте воду на подъем, я уже все.